Количество завоеванных азербайджанскими спортсменами медалей на первых играх стран СНГ в Казани достигло 21. В копилке Азербайджана 6 золотых медалей, 4 серебра и 11 бронзовых медалей. При этом 7 из этих медалей – заслуга борцов вольного стиля. Так, Осман Нурмамедов – 92 килограммов, Абубакр Абакаров – 86 килограммов и Ашраф Аширов – 79 килограммов принесли Азербайджану золотые, Ислам Ильясов – 97 килограммов и Айден Ахмедов – 125 килограммов серебряные, а Сабир Джафаров – 65 килограммов и Алиаббас Рзазаде 57 килограммов, бронзовые медали.